мэр не только высказался, написал повторное письмо на правительство Красноярского края о том, что у нас самое одно из ценных в городе Ачинске, то, что есть, это объекты культурного наследия старого центра, их много, и объекты трех категорий, объекты муниципального образования, объекты краевого значения и объекты федерального значения. Мы следим за своими объектами в полной степени. К сожалению, вот, дом, который сгорел рядом, там на Ленина, 23, это не объект культурного наследия. Дом под снос, расселен, не уследили. Но он до конца года у нас будет демонтирован и площадка будет расчищена. А объекты федерального значения, вот уже повторный раз обратились, все-таки нельзя бросать, ну какие бы они ни были, нельзя бросать объекты, надо обеспечивать какую-то сохранность и минимальный там уровень эксплуатации. Как объяснить? За всем пытаемся уследить. И обращались в органы МВД, и они помогают, ПТС проезжает, проверяет. Не можем уследить, не успеваем, и, может быть, просьба есть к нашим жителям. Мы видим, мы где-то там ребятишки лазят, или видим, где-то люди без определенного места жительства залезть. Не трудно номер 112, вот просто три цифры наберите и сообщите своевременно о том, что в ЕДДС службу, что вот там полезно. Своевременно предотвратим, хотя бы совместными усилиями.